Хороший поступок в канун Рождества. Один из жителей столицы нашел на улице крупную сумму денег и отнес ее в полицию. Теперь стражи порядка разыскивают владельца средств. Горожанин нашел их в среду в столичном секторе Чеканы. Я припарковался на улице, открыл дверь и увидел деньги. Сначала подумал, что они фальшивые, кукла, как говорят. Но когда присмотрелся, понял, что деньги настоящие, и их очень много. Наверное, кто-то вышел из машины, и они выпали из кармана. Молодой человек сразу вызвал полицию. В то же время, сколько именно было найдено денег, он нам не уточнил. Владелец сам должен мне сказать, о какой сумме идет речь, как они выглядят, как завернуты, какие банкноты. Владельца денег просят обратиться в полицейский участок по улице Волонтарилор 3/1 на Чеканах. Это протокол о сдаче денег. Написана серия каждой банкноты. Тот, кто их потерял, должен подойти сюда и последуют все законные процедуры.